Это прежде всего дает возможность показать свое мастерство, уже наработанное, свой опыт. И даже молодых, мы видим, что есть молодые участники, 25 лет, меньше. И дает возможность показать себя, лучшего среди лучших отобрать. Да? И более того, уже по результатам конкурса идет, так скажем, обратная уже связь. То есть сам участник получает некие бонусы, не только материального порядка, как то... по результатам конкурса, да, какая-то премия или подарок, но еще и после, вот сейчас мы знаем, что прошлогодние наши победители, они продвинуты по службе, так сказать, победитель у нас уже мастер, второй у нас призер технолог, и вот очень довольны этим ребята. Номинации немного изменились, появились водители больше грузовых автомобилей, вальщики мяса, вальщики леса. Наша область будет принимать у себя на территории Тюменской области проводить окружной этап по двум номинациям в этом году. И в прошлом году по двум номинациям принимала участие. В этом году это каменщики и это водители большегрузного автомобиля.